Я вас вижу там. Смотрите, прозрачный телевизор Xiaomi. Ну-ка. Еще провод. Убираем. Пультик. Пара проводов. Аудиоразъемы. Magic, magic, да? Я хожу за телевизором, а вы меня видите. Телевизор состоит из двух частей. Первое – это, собственно, экран. Но чтобы добиться эффекта прозрачности, все мозги, ну, скажем так, все технические составляющие нужно было перенести вот сюда вот. В подставке у нас вся электроника, питание, а также у нас динамики и специально созданная для этого телевизора система охлаждения. Так. Да? Да. Поворачиваем. Здесь у нас перфорация по кругу. А здесь у нас разъемы, антенна, то есть можно подключить классическую антенну, питание, Ethernet-разъем, 2, 3 HDMI, 2 USB 2.0 и оптический вход у нас еще есть. Смотрим, смотрим. Я вижу плинтус, который вот там. Опа! Углы обзора, что самое классное, невероятно крутые. Вот отсюда все видно прекрасно. Вот я прекрасно все вижу отсюда. Даже можно так стоять, так стоять. А, ребятки, подключаем Wi-Fi, рекламная пауза.